Когда я работаю в Яндекс.Такси, такие клиенты ко мне в машину точно не попадут. Изначально на заявку я приезжаю с закрытыми дверьми для того, чтобы посмотреть, кто вызвал такси. У меня подключен только тариф эконом. Соответственно, пассажиры с детьми ко мне точно в машину не попадут. Им я сразу же отказываю в заявке. Пассажиры с животными и без переносок тоже ко мне в машину не попадут. Я категорически против пьяных клиентов. Их я тоже никуда не повезу. Я просто уезжаю. Грязным клиентам я также отказываю в поездке. Да и вообще, когда клиент подходит к моей машине, и он мне просто не нравится по внешнему виду, ему я также откажу в поездке. Это все делается в целях моей личной безопасности. В первую очередь я думаю только о себе, а не о вас. Ну и, конечно, я думаю о том, чтобы мне побольше чаевых оставили. Чаевые я больше всего люблю в этой работе. Всем добра и печенек! Изначально я хотел возмутиться, сказать: вау, женщина, аккуратнее, это что у тебя за фильтра такие стоят, что в твою тачку просто не попасть? И в конце я понял, она просто ездит на каком-то ржавом ведре, который не подходит под класс комфорт и выбирает себе максимально побогаче клиентов. То есть она смотрит на их внешний вид, ага, он там одет хорошо, красиво, дорого, богато, и, возможно, даже оставит мне чаевых, а может быть, даже и замуж позовет. Вот эти женщины везде, везде вот так вот себя ведут.